Привет всем! Сегодня я сделаю немножко домашний влог такой, приготовление трубочек. Берем мы начинку, я взяла колбаску, порезала ее тоненько, морковь, лук, все обжарила и добавила сыр тертый. И здесь сделала тесто. Тесто мы берем полстакана подсолнечного масла, полстакана воды, одну чайную ложку без верха соли и пол чайной ложки сахара, одно яйцо. Все это перемешиваем и 2 стакана муки. Все это смешиваем, тесто не прилипает к рукам, оно такое эластичное. И сейчас мы будем брать такие вот шарики, раскатывать скалкой, но не надо не посыпать ни мукой, ничем, раскатывать и начинять туда нашу начинку. Я отрываю вот такие шарики. Вот такой у нас пласт раскатанный получается из этого кружочка. Мы накладываем сюда начинку и заворачиваем трубочку. Я заворачиваю это одной рукой, поэтому не судите меня строго. У меня малыш на руках дает, надо сделать. Фима, дай-ка, пожалуйста. Вот так мы это все делаем и вот так вот заворачиваем. Вот так у нас должна получиться такая трубочка. Мы это ложим на противень и выпекаем в духовке, пока не зарумянится корочка снизу и сверху. Все зависит от ваших духовок, на какую температуру ставить, в разогретую духовку. И все, такие трубочки у нас получаются. Всем спасибо за внимание, всем пока!